В столице состоялось 9-е заседание Узбекско-Чешской межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству. Во встрече приняли участие руководители профильных министерств, ведомств и отраслевых объединений, а также дипломатических миссий двух стран. Узбекистан-Чехия. В результате роста взаимного доверия и диалога на высоком уровне за последние 5 лет товарооборот между двумя странами увеличился вдвое. На сегодняшний день в Узбекистане действуют 44 компании с участием чешского капитала в сфере производства продуктов питания, строительных материалов, фармацевтической продукции и услуг. В 20 из них участие чешского капитала составляет 100%. На 9-м заседании межправительственной комиссии было принято решение о дальнейшем укреплении сотрудничества в данном направлении. Эффективные межправительственные связи создают прочную основу для увеличения объемов взаимной торговли, привлечения инвестиций и развития промышленной кооперации. Отмечена положительная динамика развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Взаимный товарооборот между нашими странами за последние годы удвоился. И этот показатель о многом говорит. Мы видим заинтересованность деловых кругов Чехии и Узбекистана в заключении долгосрочных взаимовыгодных контрактов и соглашений. Сегодня также обсуждены вопросы создания совместных предприятий и реализации новых инвестиционных проектов. В ходе заседания также были определены задачи по налаживанию научно-технического сотрудничества и повышению квалификации специалистов. Мне очень приятно вернуться сюда после 16 лет. Мне показалось, что я прям приехала в другую страну. У вас такое развитие произошло. И мы от имени Чешской геологической службы, я бы очень рада продолжала сотрудничество с вашими геологами. Мы можем предложить сотрудничество по теме, особенно смотрю, полезных ископаемых, так как у вас очень интересные месторождения в разных обменах студентов и наших экспертов. В рамках встречи также были обсуждены перспективы развития торгово-экономического сотрудничества. В том числе состоялся обмен мнениями об активизации партнерских отношений между предприятиями Узбекистана и Чехии. Приоритетными направлениями торгово-экономического сотрудничества между Чехией и Узбекистаном в настоящее время представляются фармацевтика, геология, горная промышленность, машиностроение, транспорт, логистика, а также много-много других сфер. По итогам сегодняшнего мероприятия мы приняли отдельный протокол, который закрепил все наши договоренности, а также совместную дорожную карту для ускоренной реализации всех сегодняшних договоренностей.